Мерабалар! Меня зовут Анна Котова, и это мой обзор к очередному турецкому сериалу «Великий сыщик Филинта». Поехали! Первое, из-за чего как минимум задумываешься смотреть этот сериал, это костюмированная картинка прошлого века. Это всегда красиво и интересно. Понимаешь, что есть приключения, красивые костюмы, пейзажи, хорошие и красивые актеры. И если так вложились, то точно должно быть интересно. А теперь посмотрим. Главный герой Филинта Мустафа – великий сыщик при Османской империи. Он умеет раскрывать самые запутанные злодеяния. Это цель его жизни и смысл. Филинта Мустафа в исполнении актера Онура Туны, на которого зритель обратил свое внимание после просмотра сериала «Запретный плод» и «Чудо-доктор». И очень интересно посмотреть на его игру в совершенно другом амплуа. Не каждому актеру повезет за такой короткий срок попробовать настолько разные и интересные роли. Женские роли исполнили такие маститые актрисы, как Нурфе Тахоглу, наша Махидевран, Берак Тюзюнатач и Дамла Асланалп. Я бы назвала эту картину турецкий Шерлок Холмс. Похожего нет в их турецкой сериальной библиотеке, а это чего-то достоит. Пускай минимум спецэффектов и моментами растянуто, но местами будет держать в напряжении своего зрителя. Сюжетные линии очень грамотно выстроены, так же как и второстепенные персонажи, все на своих местах. Думаю, к таким историческим съемкам всегда подходят настолько серьезно, что не придраться ни к реквизиту, ни к актерам, ни к сюжету, ни к игре актеров. И это правда. Больше акцент на раскрытие преступлений и красоту в кадре. Любовная линия на втором или даже третьем месте. То есть, если вы любитель сериала «Кара Севда» или «Ветреный», то вам не сюда. Если только вы решили отдохнуть от романтических отношений, мелодрам и боевиков. Хотя, может, и не нужна здесь яркая и безумная любовь, которая отвлекала бы от основного детективного направления сериала. Но давайте не забывать, все-таки количество серий перевалило за 50, а каждая серия минимум 2 часа идет. А чем-то разбавлять надо, и было бы неплохо все-таки страстью, как любят зрительницы турецкого кино. Актер Онур Туна. Кричащая внешность. О красоте, конечно, турецких мужчин, не спорю. Но для меня, пока этот актер не раскрылся, еще не было его сериала, его фильма, где он как главный герой раскрывает себя и как актер, и как личность. Хотя глубоко взяла. В общем, не было еще его фильма, где бы он просто заявил о себе. Пока он в начале пути. Я думаю, что мы еще дождемся. Угу. И это правда. Онур Туна, несомненно, яркий актер внешне, и партнерша неплохая вроде бы, но не зацепили, много равнодушия друг к другу, наиграно как-то все было. Пока самый удачный тандем на сегодня с Хазал Тюресан в сериале «Чудо-доктор». Для любителей неожиданности и качественного детектива не произведет впечатления. Игра актеров может быть, любви мало и вяло, только ради непохожести, нестандартности от основных сюжетов турецких сериалов я ставлю 5 из 10. Ну и, конечно же, картинка «Победа любви и справедливости». И это правда. Ну что, это был мой обзор, мое мнение, мои ощущения. Будем ждать следующих. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. Пока-пока. Гюле-гюле.